28 января исполняется ровно 200 лет открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. В честь этого на борту Крузенштерна состоялось торжественное построение. Капитан Барка Михаил Еремченко поздравил экипаж и курсантов со знаменательной датой, отметив, что это исторический момент для всех участников трансатлантической экспедиции, в том числе для тех, кто находится на фрегате «Паллада» и барке «Седов». Кстати, расстояние между парусниками, которые 8 декабря вышли из Калининграда, сейчас всего 150 морских миль. Для России в целом это грандиозное событие, которое мы сейчас осуществляем. И можно назвать, что мы пишем историю российского флота сегодня. Наши мореплаватели, адмиралы Беллинсгаузен и Лазарев, 200 лет назад открыли Антарктиду. И вот сейчас здесь мы номинально являемся продолжателями вот этой традиции. Во знаменовании этой даты совершаем вот такой необычный рейс.